И как только завод перейдет в нашу собственность, вы сразу сможете вернуться к себе в Лондон. Я вам только одного не поняла. А почему я должна отдавать завод вам бесплатно? Давайте я вам объясню. Вот, на спичку. Смотрите, бюджетные деньги у вас. Я их глаза не видела. Правильно, потому что ваш муж их забрал. Без сообщника такое дело не повернуть. Не поедете поговорить? Мы тут недавно обанкротили завод огнетушителей. Загасим. Я, кстати, предлагаю ваш завод тоже... Загасить. А мне какая разница? Вот узнаю. Предпринимательскую жилку барвашек. Ну, во-первых, вы избавляетесь от завода. Во-вторых, можете ехать куда угодно с очень приличной компенсацией. А вот это аргумент. Мне кажется, я продаю родину, а это дорого стоит. Не продаете, а отдаете в хорошие, надежные руки. Мне кажется, мы нашли с вами общий язык.